здравствуйте! О погоде на сегодня. Выпуск представляет меховая ярмарка «Славянский базар». Наша ярмарка ждет именно вас. Торопитесь! Во вторник формировать погоду на Урале будет обширный и активный циклон. Наш регион будет находиться в теплой его части. Облачность уплотнится, но до осадков пока не дойдет. Температура тоже особо не понизится. В Челябинской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. О температуре в городах. В Верхнем Уфалее 12 градусов тепла. В Сатке, Златоусте и Южноуральске плюс 13. На 1 градус больше в Троицке. Теплее всего на юге области, в Карталах и Магнитогорске 15 выше 0. Сегодня в Челябинске переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в дневные часы 13-15 выше 0. Атмосферное давление понизится и составит 737 миллиметров ртутного столба. Данные о погоде предоставлены центром ФОБОС. Хорошего настроения и отличного дня! Ярмарка «Славянский базар» ждет именно вас. Овчина от 8 тысяч рублей, норка от 29 тысяч рублей. Утепляйтесь! Твиллинга 54, ДК ЖД «Правое крыло».